8 марта – праздник славный, весна стучится к нам в дома, ручьи бегут, а это значит, поздравить женщин всех пора. Мамулю, бабушек родных, сестренку, тети дорогих, девчонок в классе озорных, я всех люблю, конечно, их. Я пожелать хочу, чтоб вы здоровы были и цвели, и чтобы теплая весна с собой радость принесла.